Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор очень крутого аромабокса от Rendezvous. Мне кажется, он будет моим самым любимым, сейчас расскажу почему. Кто еще не знаком с сайтом Rendezvous, кстати, по ссылочке, это в таком виде приходит, все отлично. Это сайт оригинальной парфюмерии, это сайт косметики, там очень большой выбор, да. Там вообще много всего на самом деле есть, и что мне нравится, там накопительная система скидок. Да, вы заводите личный кабинет и пользуетесь, заказываете, у вас постепенно копятся баллы. Там, кстати, баллы за отзывы еще начисляют. И потом можно что-нибудь себе, ну, допустим, любимый парфюм взять очень дешево, используя вот эти баллы. Да, я, как всегда, вам промокод актуальный, ссылочки все оставляю под видео. Достаем. Так, тут у нас накладная. Как всегда, Rendezvous кладут подарочки. У меня в этот раз роз крем вот такой, девчонки, вот будем пробовать, посмотрим, интересный. Так, и опять коксир, вот этот он мне уже попадался, роз вот этот вот впервые. И вот он сам аромабокс, девчонки, номер 24, и это Byredo. Это Byredo, и я уже три аромата тестировала в аромабоксах. Они мне попадались в составе там летних, каких-то еще ароматов, уже не помню. Три аромата Byredo, и они мне так понравились. На данный момент самый любимый мой аромат, вот вообще самый любимый, самый крутой, это La Tulip. Если я правильно произношу, так, где он у нас тут с вами, я надеюсь, он есть, должен быть, да. La Tulip Woman, это что-то, это просто что-то, девчонки. Это тюльпан, кто любит тюльпаны? Здесь все подписано, вот так вот, да, все можно увидеть. Название, кто любит тюльпаны, кто любит запах тюльпанов, вы просто влюбитесь тоже в этот аромат. Это аромат тюльпаны, это аромат зелени, он весенний, он летний. Там есть нотки свежескошенной травы, и он такой крутой. Давайте с него и начнем. Он просто обалденный. Я вам поближе потом все покажу. Его хочется вдыхать и вдыхать, вдыхать. Это тюльпан, это еще какие-то цветочки, это зелень, свежескошенная трава, цветы липы. Вот это вот все, и оно окутывает... И оно настолько легкое, в то же время сладкое. Девчонки, вот кто не пробовал, прям рекомендую. Вот этот аромат, боже, я от него тащусь, вот просто на самом деле. Вот иных слов у меня нет. Самый мой любимый парфюм на данный момент. Так, давайте дальше пробовать. Я могу коверкать название, поэтому я вам в конце названия все покажу, чтобы вы понимали. Так, эти ароматы я не пробовала. А, нет, Бал в Африке. Вот первый Бал в Африке, он очень крутой. Это любимый аромат моей сестры. Она его просто обожает. Мне тоже он очень нравится, он на самом деле крутецкий. Так, начнем отсюда. Он уже мне где-то попадался. О, он настолько притягательный. Он какой-то вот, не знаю, как будто афродизиак. Он настолько притягательный, крутой. И есть какая-то нотка из La Tulip. Это тоже аромат очень кайфовый. Очень вообще. Вот, мне кажется, вот такие вот ароматы вообще Byredo молодцы. Не могу сказать ни про один парфюмерный бренд, что вот прям вот так зашел и покорил. У Byredo прям все как-то удачненько. Ой, он очень крутой. Он на любое время года вообще подойдет. Он будет так шлифить, что вообще вам комплименты буду делать за километр. А, класс. Так, следующий. Библио Декуе. Я вам покажу потом. Вот он следующий, вот который Библио. Не пробовала, этот не тестила никогда, ничего не могу сказать. Ага. Пока не мое. Он что-то мне напоминает, не могу понять, что. Он такой слащавый, немножко химозный, типа молекулы. Он какой-то химозный. Вот есть вот этот отголосок смолиной какой-то. А, кстати, здесь все пробнички, они по 1,5 мл с распылителем. Очень удобно на себе носить и выбирать любимчиков. Он сладкий. Вот сейчас уходит вот эта смоленистость, он сладкий. Но на лето точно тяжеловат, на зиму, может быть, и пойдет. Он классный, в нем тоже что-то есть. Они все такие многогранные, так здорово раскрываются, и так здорово шлейфят вообще. Но вот это не мое, нет, библиотека не моя. Дальше, Blanche Woman. По-моему, пробовала, не помню, девчонки. Я как запомнила Бал в Африке или La Tulip. Мне больше ничего не хочется, если честно. Прям вот эти вообще, это просто огонь. Так, Blanche Woman. А, тоже какой-то... Искусственное такое ощущение, что здесь есть жасмин. Опять какая-то смоленистость играет. Цветочки, сладенький и очень интересный. Вот дальше раскрывается жасминной ноткой, знаете, какой?
натуральной такой прям жасминной ноткой. В Эвене есть Today, по-моему, или Tomorrow в духе. Вот отголосок ни в коем случае не это, потому что в Эвене эти духи, они прям узнаваемые, такие дешевые, дешевые по своему жасмину даже. А здесь чувствуется жасминчик, да, где-то далеко какая-то чистота, какая-то, знаете, такая, вы только из душа вышли, и от вас веет вот этой чистотой, цветочками. Здорово, нет, хорошенький аромат тоже, очень интересный бланш вуман. Так, дальше у нас с вами Flower Hat Woman, Flower Hat. Потестим Flower Hat. Ай, какой классненький, цветочки. Цветочки, а причем и розочка здесь есть, мне кажется, даже. Какие вкусные цветочки, девчонки. Прям вот букет какой-то, букет. И букет не полевой, а букет такой дорогих цветов. Лилия, здесь точно есть лилия. Коалы, розочка. Вот он такой дорогим букетом пахнет на праздник, когда кому-то идете, покупаете такой дорогой букет. Здесь лилии, вот здесь. Вот это оно. Прям вот пахнет дорого, очень дорого, богато. Есть какая-то нота, которая делает этот парфюм прям нереально крутым. Она вот с цветами смешивается. Ой, потрясающе вообще. Крутецкие девчонки. Так, дальше Гипси Уотер. Вот этот аромат я точно тестила. И, по-моему, он мне нравился. Уже не помню. А, нет. Не то, что нет. Химозный. Вначале тоже какой-то химозный. Но интересный. Здесь вот нет уже такого обилия цветов. Здесь действительно он какой-то водно-акватический, но в то же время достаточно мощный такой, знаете, не прям легенький-легенький. Он будет тоже шлейфить. Ой, крутой, вот сейчас раскрывается, круто. Знаете, такой кристальный-кристальный такой аромат, со сладкими нотками опять такого вот немножечко шампанского, но не сладкого, не приторного, игристый. И очень интересно, лето подойдет вообще. Так, дальше, Палп. Не тестила такой, по-моему, от Байреда. Ой, хорошенький. Какой-то цветочно-карамельный. А, тоже игристый такой, с нотками шампанского. Мне нравится так ароматы описывать. Я вообще их не умею описывать, но кто понял, тот понял. Да как его не опиши, прочитать вам все ноты, описать верхний, средний, шлейфовый и так далее. Ну, смысл какой? Он вообще на каждом по-своему раскроется. Да, надо тестить. Однозначно. Ай, какой игристый. Вкусненький, сладенький, сладенький. Но не приторный ни в коем случае. Даже есть какая-то акватическая нотка. Очень интересный аромат, глубокий. Глубокий, но легкий, вообще классный. Так, Латулип у нас с вами был. И последний аромат в этой подборочке. Моджаве Хост. Наверное, как-то так. Тестим. Легенький аромат такой. Легенький, акватический, зелененький, свеженький. Наверное, он самый свежий из этой подборки в плане вот именно свежести, да? Такой горной свежести. Тоже очень интересно. У всех ароматов Байреда есть какая-то схожая нотка. И она вот она притягательная очень. Она вот во всех есть этих ароматах. Она у кого-то раскрывается, у какого-то парфюма раньше, у какого-то позже, но она есть. Что делает их вот крутыми. Мне очень нравится. Зелень, 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 лето, прям такая ассоциация, нет какой-то слащавости цветочной, ничего вот этого нет, есть зелень, свежесть, какая-то древесность и терпкость в то же время, он очень интересный тоже, прям классно вообще. Так, я сейчас пока зальюсь La Tulipe. Это кайф вообще, девчонки, просто кайф. И покажу вам все поближе. Показываю вам аромабокс поближе. Вот они все ароматы. Так выглядят флакончики. И вот они все названия. Вот мой любимый La Tulipe. Если я правильно его произношу. И первый, вот Бал в Африке, тоже самый крутецкий вообще. Да не все классные, не все. Мне кажется, вот среди Байреда любая девочка найдет себе аромат. Да? Смотрите, здесь есть штрих-коды даже. Можете на паузу нажать, да, и просканировать. Вот так. Вот такой вот классный аромабокс.
Ну, на этом все, мои хорошие. Аромабокс номер 24. Еще раз напоминаю. И любой аромабокс, их безумное количество на рандеву, можно заказать по ссылке. Там же промокод на скидку 10%. До какого числа действует, все вам обязательно пропишу. Смотрите, читайте, открывайте, нажимайте под видео треугольничек, такой галочку, да, и у вас вся информация открывается. И там все актуальные ссылки, все промокоды. Я знаю, многие девочки просто не знают, что такое инфобокс под видео. Да, там всегда очень много полезной информации. Всех люблю, целую, всем пока-пока.